Инспекция Федеральной налоговой службы по городу Красногорску в рамках информационной кампании информирует граждан о том, что в этом году срок оплаты имущественных налогов будет у нас 1 декабря 2022 года. К имущественным налогам относится налог на землю, транспортный и налог непосредственно на имущество. К этому моменту сформировано порядка 138,5 тысяч налоговых уведомлений. Отправка уведомлений планируется начинаться через сервисы электронного документа оборота личный кабинет в начале сентября месяца. Почтовая рассылка будет осуществляться ближе к концу сентября. Также хотим проинформировать об изменениях льготного законодательства Московской области, что с 2022 года льготу по транспортному налогу могут заявить опекуны детей-инвалидов, если их транспортные средства не относятся к дорогостоящей категории транспортных средств. Также они являются легковыми, либо автобусами, и мощность у них будет ограничена до 200 лошадиных сил. Если налогоплательщик не получил налогоуведомление по почте, он при этом не регистрировался в сервис личный кабинет, то до 1 декабря он должен прийти в любую удобную для него налоговую инспекцию с паспортом либо ННН и получить налоговоуведомление наручно.